Смотри, я не хотел кино снимать. Просто ты базаришь вообще неправильно. Я тебе так. Не тыкай, я тебе еще раз говорю, ты базаришь неправильно, не понял? Не тыкай меня. А что будет? Я говорю, не тыкай. Что будет? Веди себя культурно. А ты не слышал, не как ты со мной разговариваешь? Кто тебя провоцировал? Ты что? Кто тебя спровоцировал? А что ты меня провоцируешь? Что ты мне тыкаешь? А что мне, не упасть перед тобой? Что хочешь, то и делай, можешь падать. Так это ты должен упасть, чего, а не я. Чего, ну вот потому упасть? Что ты нам служишь. Кому вам? Народу тебе Украины. Лично, ну хоть лично. Даже мне. Я народу служу, но не да тебе. Ты как начал базарить, я тебе еще тише, раз спрашиваю. А что будет? Не провоцируй. А что будет? Ты же видео снимаешь не для а того, шо чтобы нас опа... Ты же зарабатываешь этим бабки. Да тебя не должно... Ты делаю, этим зарабатываешь ты бабки. Тебя ты не должно дрочить. Ты хочешь лайком набрать в Ютубе, чтобы тебе рекламу запустили, чтобы ты с бабок... Тебе мешает. Зарабатывай дальше. Но мне кто это не тебе касается. Мешает? Я тебе займись вопрос задаю. Займись чем-то полезным. Мне... Вы, на, блядь, втроем напали на одну женщину, на блядь. Втроем. Не втроем. Вдвоем. Я не подъехал. Ладно, пойдем. Ну так давай, я же тебе говорю, в рамках закона пообщаемся. Я тебе спросил. Тише, Полтона, я не буду. Да заезд, забыл у тебя спросить, что мне делать. Говори громче. Я плохо слышу, громче. Вот смотри, ну, шо, ты говоришь, что я провоцирую, провоцируешь ты. Чем я тебя провоцирую? Можно службовое посвящение твое? А вы кто? Представьтесь. Закон о полиции, 18 статья, давай, пункт 3. Закон Украины произвержение особы, особы. Я вам говорю. Произвержение особы, я говорю, удостоверение свое покажи. Я вам еще раз говорю. Я говорю, удостоверение покажи, выполни, пожалуйста, закон о полиции. Меня не перебивайте. Забыл у тебя спросить. Тогда не проси удостоверение. Я говорю, закон о полиции, 18 статья, пункт 3. Закон Украины, выполнить. Звернення громадян, статья 5. А при чем здесь коли, это? Коли звертається до співробітника поліції, повинен представитися. Ти уверен? Уверен, читай закон. Каких? Читай закон. Еще раз читай, говорю, представься. Я тебе сказав, звернення громадян, я говорю, статья представься. 5. Я говорю, представь. Я тебе еще раз говорю, звернення что, громадян, сам дурак. Нормальный трешак будет у меня, слышишь, друг? Что давай? Что ты мне давай? Шановный водитель. Она отказывается, на незаконную вымогу. Какую незаконную? Непонятно это какого. Это ваше субъективное мнение. Это твое субъективное да. мнение, понял? Твое субъективное мнение. Ты мне не тыкай. Ты мне тоже не тыкай. 1.79 не нарушай. Я не нарушаю. Я говорю, не тыкай мне. Ты мне выполни норму тыкай. Закона, 18 статья, пункт 3. Я тебе сказал, звернення громадян. Засунь его 5. Себе в задницу, понял? Бери и засовывай себе в задницу. Я могу тебе его засунуть. Засунь мне. Надо будет засунуть, ну, засунь понял? Мне. Не провоцируй. Засунь мне. Не провоцируй. Сам ты меня не провоцируй. 1.79 не нарушай. Я тебе говорю, покажи службовое посвідчення. Закон Украины про звернення громадян. Причем он 5. Здесь? Статья 5, читай. Ознакомь меня, согласно закону о полиции, 31 статьи, часть 2, со всеми НПА. Я еще раз говорю. Закон Украины про звернення громадян. Причем оно к твоим... Статья 5. Когда громадян звернется... Ты полицейский? Полицейский. Покажи. Не покажу. Ты отказываешься? Я не отказываюсь. Ты отказываешься? Я не отказываюсь. Выполни я нормы закона. При звернении особы. При при звернення особи. Закон України про звернення громадян. А закон мені снимати. А закон. А закон, я тебе не должен снимати. Я говорю, а закон. Я говорю, а закон. Я говорю, не должен тебе снимати закон. Покажи свою посвідчення. Я тебе сказав, 5 раз. Ладно, закон покажи, України про звернення громадян, стаття 5. Сначала представься, кто ты. Я тебе мозг вынесу потом, друг. Вынеси мне мозг. Посмотрим. Да выноси. Посмотрим. Да, мы, если вы обращаетесь к сотруднику полиции, согласно 5 статье закона. Причем тут звернення громадян? Я говорю, особы. В законе о полиции прописано особы. Встаньте возле меня. Особы. Особы. Люсар Дмитро Володимирович. 3-0-34-31. На 22-го. Твоё, можем? Закон Украины про звернення громадян. Ты что, дебил или что, я тебе спрашиваю? Вообще, красава, еще давай, жги. Жги. Заработай на мне денег, я тебе даю... Конечно, я заработаю. Заработай. На таких дебилах я заработаю, понял? Ты сам не... Давай, жги. Жги. Ты сам не лучше. Ты сам не лучше. Я говорю, покажи... Я ты тебе шо? Еще раз говорю. Но ты же провоцируешь, сам. Чем я тебя провоцирую? Я говорю, покажи службовую посвящение. Твой коллега показал. Вы сами провоцируете. Я приехал провоцировать.
Да женщина бегает от вас. Бегает от вас. Я вам говорю, давайте, хотите по закону, давайте по закону. Понятно. Вы такой же гражданин, как и я. Только вы в гражданской форме. И что? А я в одностороннем полицейском. Вот и все. Главное, никто не нарушает. Все едут 50. Вот это все едут 50. Я вам по посвящению. Вот этим вот вашим. Закон Украины, предложение проводятся. А закон? Бери со мной знакомый. Ничего я тебе не должен. Я не должен тебя знакомить. Ничего ты не должен? Может, что-то так ты вообще не должен здесь находиться. Ознакомливать с этим законом, ведь я не понимаю. Ты уверен? Уверен. А на что ты ссылаешься, если ты такой уверенный? Не провоцируй меня, мне неинтересно, не зарабатывай на мне деньги. Мне это неинтересно. Ну, серьезно. Слышь, ну ролик будет бомбический, я тебе скажу. Ну, нарежь его, как ты любишь, нарежь там, все сделай красиво, ну сделай. А тебе нравится моя деятельность? Да, мне нравится. Красавчик. Позиция только не нравится. Я понимаю, что вы меня присутствуете уже полчаса. Я вот человек пришел и заступился за меня. Потому что ты неправильно начал, блядь, стартовать. Я не стартовал. Как не стартовал? Вы вдвоем ее окружили и нападаете. Вчетвером! Да не выдумывай. Вчетвером! Вот он стоял и все видел. Вы видели, как они бежали за мной? Я хотела подойти к машине. Не бежали, шли. Шли, извините. А чего вы меня не пускали к автомобилю? Объясните мне, пожалуйста. Автомобиль? Который остановился, нарушитель. Потом, вы сказали, конечно, нарушитель. Потом, конечно, как удобно нарежете, кто на вас нападал и так далее. Тебе завидно или что? Здравствуйте. Если бы мне буква закона позволяла опубликовать вот это видео с самого начала, и как мы подходили? Так давай я возьму, давай я сделаю запрос. Бодикамеры и это в ролик загру, давай. Да вы же его обрежете. Я не смогу бодикамеру порезать тебе, я поставлю все туда. Нет, ну, если вам его предоставить, вы его туда порежете. Ты уверен? Свою видео. Ты уверен, что... Все вы так... Что вы за всех говорите? Так вы тоже за всех говорите. Я не могу за всех, я за вас сейчас. Что вы за всех полицейских говорите, что мы все незаконные. Ну так а зачем вы меня начали обманывать, вы меня не знаете. Потом вы плавно переходите, что вы, оказывается, меня знаете. Как и это четверо. Четверо. Конечно, я всех знаю. Начали меня четко, ясно, просто прессовать. Я говорю, покажите документы. Документы не показывают. Я вам сказал, вы прежде чем начинаете кого-то качать... Кто? Никого не качал. Я вам еще раз объясняю, что я... Да никто, вот они до сих пор не пока. Мы пытаемся посмотреть. Добрый день, а можете представить? Я подошел сразу представить. А можно ваше службовое посвящение? Конечно, можно. Вы так любезны. Полиции Петренко, командир. Спасибо вам большое. Первый батальон, пожалуйста. Петренко Евгений Валерьевич, командир взвода. Выполните, пожалуйста, норму закона о полиции. 18 статья, пункт 3. Закон Украины про звернення. Я тебе так скажу. И это тот закон, понимаешь? Это тот закон, который... Да, да, потому что я не понимаю, с каким я чучелом разговариваю. Ты понял? Я чучело? Ты меня оскорбляешь? Я тебя не оскорбляю. Ты меня оскорбил? Нет, я тебя не оскорбил. О, братан, это залет. Заработай на мне денег, пожалуйста. Это залет. Все, я тебе сказал, ты меня обидел. То, что ты вам на гражданина. А вам позволительно. Мне а да. Тоже к быдлам, да. Послушай, нет, конституция. Тоже. Конституция что говорит? В форме. Нет, не от меня, от него. Так что, если ты запомни, если ты только одел форму, я знаю, то я на тебя гражданский правильно, совершенно верно. Я не могу делать то, что я захочу. Все. Но я такой же гражданин. Смотри, теперь ты в моем списке тоже попал. Дай тебя пожму руку. Нет, братан, нет, хорошо, нет. Не попал в список, я тебе следующую ночь обещаю жесткую. Хорошо. Вот посмотрим. Давай, да. И посмотрим, насколько хорошо. Ты герой будешь. Хорошо. В рамках только закона. Только закон. В рамках закона. Закон. Я тебе скажу, хорошо. Что ты проиграешь. Хорошо. Понял? Хорошо. Просто у меня уже, ты знаешь про Куденко, наслышан, да? Нет, не слышал. Будешь номер два. Кто такой Куденко? Тебе расскажет коллега, он знает. Кто такой Куденко? Ну ты же ролики смотришь. Ну Куденко. Ну все. Ну ездили вы всем надзором его кошмарили. Что там? Что? Ну ездили вы надзором всем Что значит ездили всем надзором кошмарили? На стенах его выцепляли, что там? Что значит выцепляли? Действовали згідно чинного законодавства. А именно... Я выявляли. А? Кирюс с вами. Вы говорите, не, говорит, я не действовал. Или кому? Или Куденко вы говорите? Мы действовали. Чинного закона. Конечно, мы. Надзоровцы, которых вы там ненавидите или что. Вот вы два бойца. Мы
Вы их ненавидите. Не а чего вы взяли, что я ненавидел? Все. Вы мне это в лицо сказали. Все. Вы мне это в лицо сказали. А? Я тоже с ребятами некоторыми с надзором знакомы. Нормальных с какими ребятами? А ну перечислите меня. Ну большая разница. Если что, 12 тысяч ребят в чате. Это что, значит, все ребята с нами? А кто у нас в надзоре? Кто у нас? Я такой же нормальный человек, как и вы. Просто я помню. Жизнь, народ, ну я вам обещал треш под руками, вы его получаете. Вот это вот, вот этим гоблинам теперь мы будем воевать. Следующая смена будет у него прикольная. Поэтому не переключаемся пока. Там кто? Послушайте. Вот смешно, я сегодня тоже послушаю. Да. Смотрите, вы тут ездите каждый день. Я в городе живу, но по делам еду. Не послушайте, важно. Ирина Викторовна, даже когда вы едете со скоростью 52 км в час, это уже нарушение правил дорожного движения, но за это нет ответственности. Если вы едете более 70 на этом участке дороги, это нарушение правил дорожного движения, ответственность за которое 255 гривен штраф. Поэтому на будущее, я вам говорю, будьте любезны на данном участке дороги и в принципе, в пределах, в черте города, не превышайте скоростной режим. Хорошо, скажите... И у вас не будет ни отрицательного, ни хорошо, положительного, никакого общения вопрос, с полицией. Последний вопрос. Я лично видела по интернету, что радар действует только стационарный, который стоит, и у которого там есть еще знак, который вот там вот предупреждает о том, что стоит стационарный там радар. Есть знак, там есть знак радар? Регулировка скоростного радар? Там есть поедем знак. Посмотрим. Давайте спорим. Что там знак радар? Там есть знак регулировка скоростного дорожного движения. Да. Вы видели? Бред вообще! Ну, поехали посмотрим. Я завтра буду вот берите камеру, я да поехали сегодня. Поехали я остановлюсь сегодня. И посмотрю. Так и последний. Сегодня. И последний вопрос. Вы согласны, что он не имеет права на съезжем дороге? Нет. Слышали, да? Больше так не делайте. А я не согласен. Вот так вот палкой тыкать мне в машину. Что именно не делать? А как ему остановить вас по-другому? Вы же по-другому не увидите, поймите. Да вы что? Он не слепой, он все в порядке у него. Да? А как я с потока должен вас остановить? А зачем меня было с потока останавливать, если с краю машина ехала? Мне Ирина параллельно, Викторовна. Вот так. Ирина Викторовна, вас предупредили. Впереди меня шок. Идите домой, успокойтесь, попейте чайку с ромашкой. Я сегодня попаду в интернет, да, вы не пишете. Завтра я думаю. Супер. Наконец-то меня полгорода будет. Меня и так знают, теперь буду знать больше. Отлично. Всего вам доброго, главное не нервничать. До свидания. Скажите, ставим лайки, подписываемся на канал. Ну вообще я вам скажу, вы как старшему, вот я вам как старшему, но я даже не стесняюсь, я могу сказать, я вот эти вот на посту, вот эти на посту, они любители, они вот они такие честные, понимаете, вот бесконечно и постоянно, вот там хлопают люди. Вот да вы что? Да. Которые... Это на посту, да? Это там знак стоп. Вот там, знаете, так. Ну, там уже давно. Вот он остановился при мне. При а, мне. Все, я понял, на выезде с тейлера, да? На въезде 10. На въезде 10. Там знак стоп. Он остановился. Я свидетель, я ехала рядом. Он остановился. Ну там 3 секунды, 4 секунды. И поехал дальше. Голову повернул, налево пропустил. Машина и поехал, поворот ключи. Останавливают. Вы не остановились на знак стоп. Останавливается. Я выбегаю, говорю, а останавливаюсь. Нет, не останавливаюсь. Вы представляете, да? И он смотрит мне в глаза. И он смотрит мне в глаза и говорит, нет, вы не останавливаетесь. Чем закончилось? Штраф? Нет. А что? Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Зашли на второй этаж и порешали. А знаете, вообще что? Красиво. Значит, взятки, это тоже преступление. Опа, еще, еще один. Что? Ну, чтобы вы знали. А сколько дали? Неважно. Вы же прикольно. Вы возьмите в клуб. Я... Это регулярная это постоянно. Это не моя рота. Моя рота вот, не, ну Октябрьская. Я... Да? Хорошо. Но к машине не пускали. К машине не пускали? Ооо. Остановилась за мной. Не пускали. Я хотела поговорить с водителем. Какое они имеют право не пускать меня к автомобилю. Вот стоит, стоит, я стою. Меня они же не запрещают звонить. Я же не имею права. Остановиться и поговорить с водителем. Если смотрите, водитель не против. Может, они переживали, что вы на проезжую часть выходите? Нет, вопрос. Они не переживали. Я не они за меня вообще не переживали. Ирина Викторовна, все, уходите домой. Успокаивайтесь. Добрый бачу. Спасибо огромное. Ставим лайки, подписываемся ставим на канал. И спасибо ребятам, которые вообще останавливаются. Я когда-то меня... меня когда-то остановили. На
народ, ну вы слышали, да? Ставим лайки, подписываемся на канал. Запомните, мы под руками не отмажем. Просто надо объективно рассматривать все административные дела. Поэтому женщина очень сильно паникует. Ну, видео ничего не показали, но я думаю, что будет все нормально. Поэтому все, ее отпустили. Ну, вы знаете, что делать. Ставим лайки, подписываемся на канал. И вступаем в нашу группу «Надзор Харьков». Все, пока.